Кристалл не здоровится. Должно быть здесь. Кристалл всегда говорила, что ее дом особенный. А по-моему, они все одинаковые. Привет, девочки. Ты знаешь, где дом Кристалл? Она болеет, и мы идем ее проведать. Конечно. Пойдемте со мной. Ее дом дальше на холме. Та-дам! Ого, какой домик! Ух ты! Мне нравится! В духе Кристалл! Привет! Кристалл дома? Кристалл, как себя чувствуешь? Я принесла тебе подарок. Спасибо. Правда, сейчас мне совсем не хочется плавать. Посмотрим, что с тобой. Ты вся горишь. Если положить компресс, то жар спадет. Тук-тук-тук. Сердце делает 1000 ударов в час. Ой, сколько пятен, ты похожа на кекс с изюмом. Ей нужно сделать укол. Нет-нет, мне уже лучше. Ой! Эй, а что здесь делает обезьянка? А? Обезьянка? Здесь нет обезьянки. Бросишь мне кокосовый орех с той пальмы? Обезьянка, брось мне кокос, пожалуйста. А ну-ка, слезай оттуда. Что ты делаешь? У нее сильный жар, сыпь, и она бредит. Это снежная лихорадка. Беспокоиться не о чем. Все пройдет часа через 2. Что, в доме идет дождь? Нет, это крыша тает. О, спасибо, обезьянка. У Кристалл сильный жар. Если ее не вылечить, она весь дом растопит. Я все испробовала. Теперь нужно подождать. Только без паники. Я побегу, приготовлю лекарственный чай. Он ей поможет. Еще предложение. А если... Нет, ничего больше не могу придумать. Давайте усадим ее. Может, нам подуть на нее? Такие милые обезьянки. Вот увидишь, это особенный чай. Он тебя вылечит. Спасибо за кокос, обезьянка. Чай был очень горячим. Нужно срочно охладить дом. О, придумала. Я включу на полную. Кажется, помогает. Ой, я не хочу на карусель. У меня голова кружится. Дом тает даже с вентилятором. О! Отлично придумано. Быстрее, нужно закрыть все иглу. Я так устала. У меня даже рожки болят. А? Вы еще здесь? Спасибо, мне стало лучше. Давай проверим. О, наконец-то у тебя спал жар. Сделать тебе массаж. Хочешь печенье? Сказку на ночь. Я не хочу спать. Эй, а зачем здесь лед? У тебя был такой жар, что дом начал таять. И мы закрыли стены кубиками льда. Это Сноуи придумала. Какие же вы умные девочки. Вы и меня вылечили, и мой дом спасли. Да, здорово! Ой!
Готово. Теперь тыква. Ладно, успокойся, я тебе помогу. Правее, но немного. Что с тобой случилось? Вот так хорошо, я правильно целюсь. Куда мне бить? Ни слова не понимаю. Ты говоришь, как простуженный слон. О, что-то мне нехорошо. Что случилось? Начнется вечеринка. А, это же тыква-зомби! Помедленней, не бегай за своим хвостом. О, отлично, это Бонни. Что случилось? Ты застряла? Она не снимается. Пойдем на вечеринку, попросим помощи. Хотя тыква — это идеальный костюм на Хэллоуин. Ты точно не хочешь оставить его до завтра? Спасите! Монстр вернулся! Доти, если дать руку монстру, он ее откусит. Кажется, ты слегка преувеличиваешь. Вы куда? Это не монстр. Смотрите, монстр плачет. Давно это монстры начали плакать? Может, это и правда Бонни? Я вам это давно твержу. У нее голова в тыкве застряла. О, прости, что назвала тебя монстром. Я помогу тебе. Не так же! Так ей будет больно. Знаю, может, просто съесть тыкву? Сырую тыкву? Фу, ну и гадость. Нужно стащить ее всем вместе. Да! На счет три. Раз, два, три! Давайте еще раз! Ура! Свобода! Magic Seeds!
На первый фестиваль мы ищем таланты! Кому же достанется наш главный приз? Пора, девочки, приготовьтесь, мы начинаем! Требли-крабли, фокус-покус. Дорогу настоящему таланту. А? Нала, встань в очередь. Сейчас выход Доти. Ничего, я вовсе не против. Начинаем наш конкурс! В этом году в уважаемом жюри карапузов судят дружелюбная Кэти, непреклонная Фэнси и Лэйди. А? Всегда полусонная. Приглашаю первого участника. Я тут. Нет, сейчас очередь Доти. Ничего, пусть Нала идет. Если хочешь, выходи первым. Стой, нет, я пойду. Нет, я. Простите, девочки, первым идет настоящий талант. Эй, эй, Нала, вернись. Сейчас не твоя очередь. Слушайте, потому что вы такого не слышали. Никогда в жизни. Спасибо, Нала, ты права. Это что-то новенькое. Подождите, я могу еще. Следующий. Иди ты. Спасибо, Доти. Но продолжим наш конкурс! Откроем больше талантов! Я хочу сейчас! Но, Кони, следующее... Па-пара-п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 ам. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Опа! Вот это здорово! Жгучие кексики? Этот рецепт на очень изысканный вкус. Я хочу сыграть. Ай! Кто следующий? Нам не хватает волшебства. Фокус-покус. Мячик исчезает. А? Крибли-крабли. Лея вернулась. Я все контролирую. А теперь он исчезнет. И мяч наконец-то исчез. А теперь последний участник. Первый раз не получилось, но сейчас. Уйдите со сцены, пожалуйста. Какая прелесть! Никто не сдается. С меня хватит, я ухожу. А есть ли еще участники? Что ж, если никого больше нет, то приз присуждается... Знаю я навсегда, друзья мы. В волшебном мире ты друзьям улыбнись. Cry Babies,
Смотрите! О, я почти поймала! Да-да, почти! О, мега-бросок Джиджи, лови! Не смейся! Это не я! Лови обратно! Какой костюмчик! А к нему еще корона! Не трогайте ее! Она с горы фантазий! Она кто? Я читала о них в комиксах! Я знаю все о горе фантазий! Ты правда фантазерка! Ох ты! Бедняжка! Давайте отнесем ее ко мне домой! Уже. Просто согласись, летать ты не умеешь. Эй, я учусь. Зато я умею останавливать время. Останавливать время — ерунда. А вот так ты умеешь? Вкусняшка. Пойдем, нужно найти Фели. Привет. Пришла в себя. О, где? Где это я? В долине. Так тебя зовут. Я Фели. А откуда ты пришла? С горы фантазий. Через портал. Ну вот, она ударилась головой. Плохо дело. Нет, говорю же, она с горы фантазий. Что ты умеешь? Может, летать? Или исчезать? У вас есть облачная горка? Вот она спокойная, как ни в чем не бывала. Вставай, пойдем. Нет, стойте, Фели. Как мне попасть на эту гору? Через портал. Ищи сердце с крылышками. Что это оно, поймешь не сразу. Хлопни 3 раза, положи руку на голову, потом на талию. Прыгни вперед и назад. Чем правильнее двигаешься, тем быстрее он откроется. И в конце крикни: раз шагни, два шагни, в мир фантазий портал найти. Так это правда? Теперь вы мне верите? Все идем на гору фантазий. Но как мы найдем портал? Я вас догоню. Только захвачу кое-что. Облачная горка. Смотри, твой бантик. О, он весь в блестках. Добро пожаловать, у нас гости. Невидимка. Эй, она летает. Спасибо, что приютили меня. Я дежурю у фонтана. Ура!
Ну как? Видели, что я умею? Мы видели твой безумный полет. Каждый день одно и то же. Будь же внимательней. Ты чуть не оставила меня без цветка. А меня без рожка. А меня напугало. Я думала, им понравится. От меня одни проблемы. Я катастрофа. Что ж, не буду больше летать. Так я никого не потревожу. Но без полетов застынет воздух, и на горе фантазий все остановится. Догоняй! Джема, сюда! А? Я готовлю зефирные облачка. Можешь последить за ними. Я мигом вернусь. Конечно. Услышишь звонок? Подлети и выключи, хорошо? Да, да. Я забыла свой рожок. Можешь прилететь с ним? Никаких полетов. Мне, пожалуйста, это краски для волшебных кисточек. А мне надо к озеру. Спасибо. Попробуй новый вкус. Спасибо. Что мне надо было? Ах да, рожок. Волшебные кисточки! Они красят мороженое! Что я наделала? Зефирные облачка! Это кошмар! Ай, рожок! Посмотри вокруг, вот в чем твой дар. Это все я? Разве не видишь? Ты никогда не останавливаешься, но перестанешь летать, застынет все вокруг. Мир движется благодаря тебе. Ты должна летать. Но из-за моих полетов одни проблемы, а я никого беспокоить не хочу. Ты не права. Летать – это твоя природа. Просто будь чуть-чуть аккуратнее. Вот и все. То есть лети! Я мигом. Вот увидите. Да! Рожок! Спасибо, Джена! Это было великолепно! Летать – это здорово! Фэнтези Мэджик Тис! После такого надо хорошо поспать. Cry babies, magic tears.
Бейбис, в волшебном мире ты друзьям улыбнись. Край Бейбис Фэнтези! Кто сломал волшебный фонтан? О, Дина, только бы шутить. Шар Дины такой красивый, это значит, день будет прекрасным. Ага, посмотрите-ка, к нам пришла экскурсия. Видите, это гейзер. Я каждый день должна следить за ним. Зачем? Потому что гейзер связан с фонтаном Magic Tears. И если что-то случится с гейзером, волшебный фонтан иссякнет. А потом исчезнет гора фантазий. Представляете? Ого! Это была бы катастрофа! Ты всем очень нужна! Знаю! Идите за мной, автограф я дам вам потом! Лунно-голубое, облачно-голубое, темно-синее и... Молния-ягодное! Ха-ха, как смешно! Прыжки через мороженое! Ты побьешь рекорд! Раз, два, три, осторожней! Пустяки! Я уберу это с помощью... Супер-пылесоса Мисси! Нет, Бруни, этот пылесос очень мощный. Когда в прошлый раз... Успокойся, я все контролирую. Контролирую! Нет, смотри, что ты наделала. Иди-ка играй в другом месте, хорошо? Точно! И шарик возьми. Это странно, да? Ладно, пойдемте поиграем в другом месте. А? Что произошло? Фонтан больше не работает. Ой-ой, мой шар, с ним что-то не так. Эй, посмотрите-ка, похоже, фонтан засорился. Может, если засунуть туда палец? Если бы это было серьезно, Дина предупредила бы нас сигналом рожка. Внимание, тревога, что-то происходит! Ой! У меня рука застряла. Бруни, помоги нам! Что вы наделали? Я застряла, словно кто-то тянет меня с той стороны. Рим и Керни закупорили гейзер шаром. Что? Так это опять твои игры? И что теперь? Нельзя оставить Джесси вот так. Придумала. Давайте превратим фонтан в мороженое, и она вынет руку. Отлично. Да. Не получается. Грустно, да? Но я все равно застряла. Ладно, давайте потянем сильнее. Я придумала. Постой, Бруни, не надо. Исчезла гора фантазий! Я знаю! Нам поможет суперпылесос! У тебя получилось. Гора фантазий почти исчезла. Но важнее всего то, что ты спасла нас. Да! Ура! Смотрите, все возвращается, как было. Фонтан снова заработал. Мой дом. Спасибо, друзья. Фэнтези Мэджик Тирс. Отпразднуем мороженым, что все так счастливо закончилось. Вкуснятина! Видите, здесь все в полном порядке. Хорошо, что я за всем присматриваю. Ух ты!
Ты такая удивительная! Воспитанные собачки не лают по ночам. Что это я вижу? Это галлюцинация? Настоящая! Вы не представляете, что мне пришлось пережить. Я так испугалась, что не смогла заснуть. Но бриллиантовых сосок не существует. Этого не может быть. Тем более они не летают. Наверное, тебе приснилось. Вот и нет! Я видела, как она залетела в окно. Ведь так, Спот? Это очень подозрительно. Ну-ка, Спот, признавайся, где ты взяла бриллиантовую соску? Спот здесь ни при чем. Доти говорит правду. Это фэнтези. Кажется, они что-то знают. Конечно, мы знаем. Доти встретила бриллиантовую соску привидения. Видите? Я же говорила, что не вру. Легенда гласит, что раз в каждые 100 лет появляется бриллиантовая соска. Внутри нее живет жуткое привидение. Отпугнуть его могут только кексики. Соска с привидением? Какой ужас! Пойду испеку кучу кексиков. Девочки, бояться нечего. Если где-то есть тайна, детектив Кэмми обязательно ее раскроет. Если привидение вернется, мы будем все вместе, и никто нам ничего не сделает. И все же я не верю ни единому слову. Привидений не бывает. И я докажу это с помощью маскировки. Эй, просыпайся, хватит спать, Соня. Я приготовила бутылочки и напекла кучу кексиков для защиты. Спасибо, Кони. Девочки, это не для еды, а чтобы отпугивать привидения. Это так вкусно, что мне даже больше не страшно. Она за мной, да? Да, спасите! О нет, мои кексики его не напугали! Разве привидение не должно было испугаться кексиков? Они проглотили эту сказку, а мы съедим их кексики. Видели бы вы лицо Доти, когда она увидела бриллиантовую соску? Ага, теперь все понятно. Эти привидения любят кексики Кони, да? Что ж, будут вам кексики. Ладно, пойду принесу еще. Да, мне с клубничной начинкой, а мне с шоколадной. Давайте! Вот вам кексики привидения. Быть побитыми кексиками — вот это сказка. Вы нас простите, мы просто пошутили. Держи, это моя бриллиантовая сказка. Спасибо тебе. А это было весело. Обожаю расследование. Еще кексиков. Посмотрите, какая слезинка. Фэнтези Мэджик Кисс.
хочу созвездие, похожее на звездочку. Я тоже хочу. Можно? Конечно, поднимайся. Правее. Там ты увидишь созвездие радуги. Здорово, такое разноцветное. Слева от тебя гравитационная туманность мороженого. Гравита что? А, не важно. Я вижу луну. А? Что? Но я не вижу созвездия звездочки. Знаю, я тоже. Это единственное созвездие, которое я еще не нарисовала. Оно далеко, и отсюда его не видно. Спокойной ночи, Мисси. Завтра я еще попробую. Ой. Что там за шум? Лучше получаюсь. Так я тебя уже снимала. Эй, а? Вы не знаете, откуда весь этот шум? Знаем, это Мисси. У нее очередная гениальная идея. Мисси, да? Мисси, от тебя очень много шума, а я пытаюсь поспать. Доброе утро, Венди! Подержи, пожалуйста, молоток. Отлично, давай его сюда. Готово. Я работала всю ночь. И получилась ракета. Теперь ты сможешь долететь до своего последнего созвездия. И мы устроим космическое путешествие для всех. Ну, можно еще чуть-чуть доработать. Мисси, не думаю, что она куда-то полетит. Но спасибо, ты настоящий друг. Ракету не нужно доделывать. Ты посмотри! Ура! Ура! Здесь есть даже инструкция. Сфотографируй меня здесь. Как мы выглядим? Ракета! Вот-вот, взлетит! Венди, стой! А вы что здесь делаете? Я нажала и не знаю что! Хватит плакать! Забудь об этом! Уходим! Я гений! Мисси, что это было? Венди, Лена, Леди и Лулу полетели в космос. О, правда? А когда вернуться? Вернуться? О, ну, назад? Но как? Как они вернутся? Было страшно. Хорошо, что она не взлетела. А то бы мы улетели в космос. Уже стемнело. Ночь настала так быстро. Лена, это не ночь настала. Мы в космосе! Продолжение следует. Скрытое созвездие, вторая часть. В чем дело? Венди, Лена, Леди и Лулу улетели в космос на ракете. И мы не знаем, как их вернуть. Я только хотела помочь Венди увидеть созвездие звездочки. Это инструкция к ракете? Давай прочитаем. Там написано, как вернуть ракету назад. А как
Мы расскажем им. Они там, а мы здесь. Одна из этих кнопок вернет нас домой. Но какая? А это знает Мисси. Но мы же с вами в космосе. Конечно же, Крайфон! У Кэти есть планшет, так? Мы позвоним ей. Тут Венди, Лена и Леди. Они звонят на планшет. Ура! Привет! Рады вас видеть. Не бойтесь, мы вас спустим. Как? Это же твоя ракета. Что нам делать? Итак, посмотрите, в ракете есть цветные кнопки. Чтобы спуститься, вам нужно набрать комбинацию. Очень важно сделать это быстро. Не ошибитесь, потому что у вас всего 3 попытки. На большее слез волшебства не хватит. Нажимайте. Красную, красную, синюю, зеленую, красную, зеленую, синюю, желтую. Хорошо, поняла. Я нажму красную, красную и синюю. Лена зеленую, красную и зеленую. А Леди синюю и желтую. Все готовы? А, к чему готовы? Жмем! Лулу, нет! Первая неудачная попытка. Вы перевернулись! Я нет! Лулу, это из-за тебя! У вас еще 2 попытки. Выше нос, на этот раз все получится. Давайте. Но где же она? Я не вижу желтую кнопку. Вторая неудачная попытка. Голова кружится, сейчас меня стошнит. Ой, нет, у нас осталась одна попытка. Я нашла, смотрите! Желтая кнопка должна быть на полу. Нет, почему планшет вдруг погас? Я все утро смотрела, как вырастить лук. Где? Мисси, я тебя не слышу. Где же кнопка? О, нет, связь прервалась. Мы их больше не увидим. Что там, Лулу? А? Вон, большая желтая кнопка. Да. Ну, готовы? Теперь все получится. Раз, два и три. Они никогда не вернутся. Близко к созвездию звездочки, но так его и не увидела. Лулу, что у тебя здесь? Ух ты! Венди, Венди! Посмотрите на фотографии. Их делала Лулу. Невероятно! Это же созвездие звездочки! Теперь созвездие звездочки будет называться созвездие Лулу.